Подряд уже кончается, там уже выход в лес. В лесу там продаются куры, голуби, гуси, утки. Птиц моих декоративных, канареек и попугаев там, в принципе, не бывает. Сейчас пойдем туда, посмотрим. Там еще есть 4 ряда, надо охватить, но времени крайне не хватает. Ну, по возможности, сейчас пойду смотреть. Так, итак, называется «За пределами рынка». Вот сразу курочки. А что это такое, индюки у вас? Да. Точно, индюки. И почем они? 400 рублей. А возраст? Месяц. 400 рублей, да? Спасибо. А малыши такие сколько, петушки? По 500. По 500-очки. А напомните породу? Как порода называется? Сибрайты. Вот они, сибрайты. Все, пойдем дальше. Почем ваши голуби вот такие вот красивые? 500 рублей. 500 рублей. А вот эти белые? 1000? Да. По 500 тоже. Это сизы или как называют? Сизы, это да, вот сизари, да? А это большехвостые. Широкохвостые. Широкохвостые. Ну тут через одного. Один широкохвостый и большехвостые сидят, да. Друзья. Почем такие петухи у вас? 2000, один 2000, да? Да, один 2000. По YouTube каналу, да? Да, можно? А? Можно, да, поснимать? А то, то все просят, говорят, не все можем приехать. Молодые, все прошлого года, 20-го. Ну, какой бойцовский. Ну, это прям вот те, которые для боев можно использовать, да? А это курочка? Это курица, да. А у них курицы дерутся, нет? Да. А, и куры дерутся? Класс вообще. Куры петуха бьют, говорят. Вот шпоры еще, видите, молодые, особо не выросли. А это у них тренер. Он тренер КМС. Или нет, мастер спорта, да. Уже там заслуженный, видите, он в авторитете. Так, клюнет еще. Ладно, спасибо. Спасибо. Пойдем дальше. Тут как бы все серьезно. А вот голуби какие красные. А это голубей краской помазали, или так они растут сами? Не знаете? А хозяина нету. Ладно. Это, которые на улице были. А, это крашеные. Я думал, вот это так у них, ну, линяет и красная голова. Нет, это я подкрасил, чтобы не ошибиться. Все, понял. Так прям красивее стали. И почем они такие стоят? Какие? Вот с красными головами, с красными бошками. 500. 500 штука. Ага, понял, идем дальше. Развод это имеется. Да. А как правильно произносится порода? Танхенхан. А это я не смогу так сказать. Это индюшины. Индюшинные яйца. А рауканы, по-моему, надо говорить. Вот такие яйца, они, смотрите, каким цветом. Сейчас хозяин уже подойдет, я объясню, почем что стоит. В какую цену, почем они? По 100 рублей. Это для инкубатора, да? А? Для инкубатора ложить. Да, да, да. Вот, яйца для инкубатора. Да. Породистых кур. 100 рублей одно яйцо. Друзья, баллон сала. Мне сейчас его подарят. Я дома с молоком после Пасхи буду употреблять. Так, тут голуби без хозяина. Тут видите, как в свободном все доступе. Почем такие петушки? Курочки? А такие грибушки у них хорошие. Это адлерское серебро? Адлерское серебро? 600 рублей. Ну, породу не знаю. Это адлерское, не адлерское. А почем ваши кролики вот эти черноухие? 650. А по возрасту сколько им уже? 4,5. 4,5 месяца. 650. Это девочки, мальчики? Вот это мальчики крашеные, вот это девочки. 650, да? А если двух взять, уступите? По 550. По 550 можно, да? А по прививкам уже все сделано? А? По прививкам все сделано? Да, да, прививку мы сами делаем.
А вот в плане травы, как, чем кормите? Можно травы? Ну, вяленую только. А. Такую сырую ты дашь, они пообъедаются. И... Понял, вяленую. Вообще сухой корм. Сено. Сейчас буду думать, сухой. Спасибо. Домой только. Сейчас попробуем в конец туда сходить, посмотреть, что там. Там какой-то ажиотаж, смотрю. Веники продаются. Семена разные, весна. Тяпки, вон, смотрите, самодельные. Почем веники такие красивые? 150 веник. В какую цену ваши белые? Голуби такие почем? 150 рублей. Выбирайте. 150 рублей на выбор. И павлины по 8. Здесь. А это что за порода курочек у вас? Вот это. Домашние. И почем они? 250. Тут я смотрю, аджерское серебро и кучинское. Фаворит, да? Этот доминант. Это же доминанты вот это? Ага. А вот это тоже доминант? Доминант вы как считаете? Ну вот говорят, типа у него разноцветное, и все говорят доминанты. И красные, и вот такие. Вот там мне объясняли. Это которое яйцо несет. Как оно? То есть это яичный кросс, да? Да. Ясно. И почем они? 300. А возраст? 4,5. 300 рублей, 4,5 месяца. Скоро, по идее, нестись должна, да? Да, полмесяца, месяц. Вот, есть над чем задуматься. Надо делать выбор мне. Спасибо, пойду дальше посмотрю. А почем ваши индоутки? У таких 800, уточки 600 рублей. Это петушки, да, у вас? Да. И почем они? 600 рублей. 500 рублей. Все, спасибо, будем знать. Петушки молодые, 500 рублей. А утки тоже молодые, года нет. Утки августовские, вот выросли. Все, спасибо. Тут вот прям, по-моему, павлинов привезли, открыли все. Вот номер телефона, сейчас посмотрим, друзья, не расходимся. В Курганинске номер телефона, павлинная ферма. Перья продают на развес для декорации. А, нет, я думал, это перья продают, а вон этот живой павлин. За малым не выдернул. Вот такие павлины. Сейчас крупным планом снимем. Телефон есть, можете цену узнавать, уточнять. А почем они у вас? А, это вы не продавец? Продавец отсутствует. Все по номеру телефона, продавец, значит. По 4. А, вы продавец, да? Да. Я думал, по 4. А это почему они без хвоста, эти с хвостом? 2 года. А, маленькие еще, да? Да, они в этом году не будут. И следующего. Хвост вырастает на 3-й год, правильно? Да, вот это трехлетки. Все, спасибо. И заинский, как правильно? Нашел я заинских или заинских коз. Почем цена на козлят? Козлята 2,5-3,5. А это коза, это альпийская. Это такая молоденькая. Это вообще не стоит породы. Вот не белые стоят. А вот молоко без запаха у кого? Вот этих заинских. Да, а вот у альпийская тоже без запаха. Она мало дают молока. А, мало дают. Они не молочные. Это вот заинские. Сейчас я залезу в кузов. А это тут барашки или черные? Это барашки, вот черные 2. Вот. И о чем барашки такие? А сколько веса в нем будет живого? Не знаете, так примерно. Да ну, килограмм 12-15. Живой? Живой. Да. Вот такой вот 4000 стоит, да? Красавчик. Я вот добрался прям до дороги. Здесь яйца, куры, яйца. Почем вот эти вот цыплятки? Это Брама? Маленький, это Брама. Брама 500 рублей. Вот, готовый, пожалуйста, взяли и радуйтесь. Так, здесь что? Посмотреть можно? Сейчас, минутку. Поднимайте. Падуаны. В какую цену они? 1001. Один падуанчик 1000 рублей. Вот видите, у дороги можно даже найти такое чудо. Это так семья. И называется. Чудо у дороги. Один мальчик и 4 курочки. Мальчик, 4 курочки. На одного петуха 4 курочки лучше, да? Это все, спасибо. Брама? Раз. А есть Брама, есть Кахинхин. Вы яйцо спрашиваете? Да. Яйцо, значит, брамовское 100 рублей, а Кахинхин 150. Все понятно, спасибо есть тоже. Маленький. Друзья,
Приобретаем, приобретаем. Взял кокарика, сейчас будем розе уловить. А посади, пожалуйста, сюда. Так, вот смотри, вот, вот это девочка. Да, вот которая побледней. Сейчас пересадим. А самцы почем? Видео для истории сделаем. Давай тут сначала откроем. А побежала моя, побежала. Ему полтора, сентября будет два года. Давай а сюда, смотри, куда? Как Тайсон. Они два брата. Все. Ты там все видео обжег? Ну да, показываю. Ты там не сталоговый работаешь. Сейчас закроем. Приятного всем аппетита. Вот такая клубника можно взять, покушать. Очень вкусная.